Проект «Иркутские кварталы» преобразит центр города, в этом уверены городские власти. Реставрация начнется уже в следующем году. Проект сегодня обсудили там, где он начнется, на Иерусалимской горе. Там его примерили на местность архитекторы, бизнесмены и глава города. Площадка, на которой проходило выездное совещание, изменится одной из первых. Возле храма появится обустроенная зона отдыха. Предполагается отреставрировать лестницу, которая ведет с горы. Она будет соседствовать с панорамными террасами вдоль склона. В их строительстве учтут опыт 130-го квартала. В жилую застройку под горой должны вписаться новые здания. Культурные центры, магазины, гостиницы. Перестройка охватит больше десятка кварталов. А у нас, это мы первый этап делаем, 11 кварталов, да? Первый этап, вот этот вот 43 гектара, это первая территория, которую мы хотим сейчас начать освоение. Конечно, старт освоения, он начнется с территории бывшего китайского рынка, самый старт, потому что он наиболее подготовлен, там нет объектов практически таких крупных капитального строительства, собственникам интересно сейчас ее начать осваивать.